Спасибо большое. Ты не пропадай, ладно? У тебя номер телефона есть. Если что-то нужно будет, ты мне позвони, и я тебе помогу опять, хорошо? Не беспокойся. Да, если нужно будет. Пока я поехал домой. Да, береги. Да. А там потом увидимся. Все, попрощайся с подписчиками, вот так вот скажи пока. Ну, пока, а там я переживаю, дорогой, есть там, я дай, я понял. Все, есть деньги, я тебе тоже дал. Есть немножко. Никому есть. Деньги не давай. Хорошо, ладно. Хорошо? Спасибо, я сейчас смотрю, тоже это, ладно. Все, Амаль, ладно. До свидания, береги. Все, этот молодой человек, она сейчас подключит и пойдем, ладно? Да, я пошел. Все, Амаль, пока. Береги. Все, приятного аппетита. Ты возьмешь это с тобой, покушаешь? Я тебе не надо, это сам покушай. Все, пока, Амаль. Все, повысим. Пока-пока, Амаль. Увидимся. Ну, что могу сказать? В очередной раз увидел Амалю. Спасибо подписчикам, которые мне сказали, где она находится. В очередной раз накупили ей косметики, там, тысяч на 10, я не знаю. Одежду предлагал, одежду не взяла. Купили покушать, оставили ее самой, с собой наедине. Спасибо, что переживаете. Я не меньше, чем вы, переживаю за этого человека. Поэтому до следующего сезона. Это творение, Амаль. Я даже не буду это сейчас снимать. Это мне обзору не мешает. Вот, Амаля у нас рукодельница.